Добрый день, дорогие друзья! Первый профессиональный институт эстетики представляет новую и очень важную программу «Тренер-преподаватель». Она предназначена для всех желающих стать тренером-преподавателем дополнительного профессионального образования. Преимущество программы заключается в том, что она не ограничена рамками узкой одной специальности. Вы можете преподавать в любом направлении или нескольких направлениях, которых вы пожелаете. Программа создана на основе многолетнего педагогического опыта и основана на современной реальности, поэтому она максимально доступна, интересна и разнообразна. Самая главная задача программы – быть полезной и эффективной, как для опытных специалистов и экспертов в своей области, так и для тех, кто делает первые творческие шаги. Программа состоит из 8 модулей, при изучении которых мы изучим вопросы педагогики с акцентом на профессиональную педагогику, психологии, методики, формы учебной деятельности, ораторское искусство. Каждый модуль будет сопровождаться практическими кейсами. Форма обучения очно заочная. Дистанционно вы изучаете теоретические знания в своем собственном личном кабинете. Здесь вы будете изучать учебник, выполнять задания, смотреть видеоуроки. На очных занятиях мы будем прорабатывать практические кейсы, в результате чего вы научитесь составлять собственную рабочую программу, проводить занятия в соответствии с методикой в форме уроков, мастер-классов, семинаров, вебинаров, тренингов. Далее вы пройдете учебную практику под руководством опытных педагогов. И самое интересное, когда вы выходите на экзамен, вы будете презентовать свою собственную программу или тренинг, который вы разработаете за время обучения. Самое важное преимущество программы «Тренер-преподаватель» заключается в том, какой документ вы получите. Это диплом о профессиональной переподготовке государственного образца в области дополнительного профессионального образования с квалификацией «Тренер-преподаватель». Если у вас высшее или среднее специальное образование, то данные о государственном дипломе будут занесены в специальный реестр ФИС-ПРДО. Если у вас начальное профессиональное образование или среднее полное школьное образование, вы получаете диплом установленного образца первого профессионального института эстетики о дополнительном профессиональном образовании и квалификации тренер-преподаватель. Хочу вам напомнить, что профессия тренер-преподаватель в современном мире актуальна, востребована и материально благополучна. Ждем вас в первом профессиональном институте эстетики на программу «Тренер-преподаватель». Учитесь, учите и радуйте этот мир своими знаниями.